Глава Одесского облсовета, первый заместитель Одесской областной организации партии блока Петра Порошенко «Солидарность» Михаил Шмушкович посетил Кодымские и Балтские районы. Жители Кодымы бьют тревогу. У них вырубают гектары дубовых насаждений. Документы на вырубку леса вроде бы есть, но технологически спил деревьев производится с грубейшими нарушениями, заявляют общественные активисты. Их зараз залетні, перельотні, ділки, аферисти просто винищили ці ліса. Ми звертаємося в прокуратуру, в міліцію, ну вона чомусь бездіє. Нібито документи є, відповідні на вирізку лісу, да? Але скоріше ці документи всі не підтасовані. Кодымский район занимает первое место в Одесской области по онкозаболеваниям молочной железы. Ранняя диагностика недуга позволяет более успешно проводить лечение, но специального аппарата маммографа в районе нет. Закупили такое обладнання, покращило ситуацию, и было бы раньше выявление заболевания рака молочной на ранних стадиях, чтобы спасло бы жизнь нашим женкам, мамам, сестрам. Михаил Шмушкович лично проинспектировал ремонтные работы в Кодымской центральной районной больнице. В ближайшее время здесь откроют 10 палат терапевтического отделения на 40 койко-мест. Все работы проводились за счет местных предпринимателей и меценатов. Ремонт находится в стадии завершения. Вытрачено все полностью как на замену канализационной системы, так и на придбание новых ліжок, постельной белизны, матрасов. І все інше для того, щоб хворі зайшли і вже перебували в більш комфортних умовах. Кодымской центральной районной больницы депутатского корпуса блока Петра Порошенко «Солидарность» Михаил Шмушкович передал необходимое медицинское оборудование и лекарства. Мы не просто приехали не с пустыми руками, мы, пускай хоть и небольшую помощь оказали Кодымской районной больнице, которая тоже сейчас проходит ремонт, и в ближайшее время там откроется отремонтированное отделение. Когда-то сам должен был работать в этой больнице, мне было особенно приятно это сделать. В Балтике В районе после личного приема граждан и встречи с активом района председатель областного совета посетил общеобразовательную школу-интернат, в которой проживает 28 детей из Луганской области. Воспитанники интерната регулярно участвуют в различных спортивных соревнованиях, поэтому им решили преподнести тематический подарок. Подарок, тому що наша команда з футбольна поїхала сьогодні в Саратський район, в Михайлівку. Ми вже два рази кубок виграли на першій області і зараз боремось третій раз, щоб кубок залишився в нас. Тому нам м'ячі доречно і дуже важливі для нас на сьогодні. Ми дуже дякуємо. Как отметил Михаил Шмушкович, львиная доля бюджета в этом году направлена на ремонт дорог в регионе, которые местами в аварийном состоянии. А что касается Балтского района, это в первую очередь ремонт дороги, которые в областном бюджете заложены средства. Средств, конечно, меньше, чем нужно, но мы все-таки будем стараться, чтобы в этом году дорога хотя бы превратилась в проезжаемую. Все вопросы и жалобы, с которыми обратились жители районов, председатели райсоветов и сельских громад, первый заместитель Одесской областной организации партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Михаил Шмушкович взял под личный контроль. Павел Репин, Юрий Шинкаренко, Думская ТВ.